В микрорайоне Купеленко полным ходом идет строительство школы на 1100 мест. Четырехэтажное образовательное учреждение общей площадью 17 тысяч квадратных метров расположено в жилом комплексе «Эковидная 2.0» и будет относиться к Видновской школе номер 11. Учебное заведение будет состоять из двух зданий, объединенных между собой переходами. В одном корпусе средние и старшие классы, во втором – начальные. Мастерские, два физкультурных, читальные и актовые залы. Украшением школы станет просторный атриум. На сегодняшний день строительные работы выполнены на 75%. Проложена теплотрасса, подключены водоснабжение и электричество. Почти полностью готов фасад. На данный момент ведутся отделочные работы. На объекте сейчас на данный момент 135 человек, из них плюсом техники 20 единиц, это самосвалы, экскаваторы, грунтовые катки, автокраны. Ведутся работы на данный момент благоустройства, бетонируем основание проездных путей, планируем фундамент КПП. Школа располагается на земельном участке 16 гектаров на берегу реки Купеленко. Уникальная прилегающая территория позволит разместить несколько многофункциональных зон для уроков физкультуры и других занятий разных направлений. Здесь был достаточно сложный рельеф. Мы это понимаем, да, школа находится в непосредственной близости с водным объектом. Все эти обстоятельства и нюансы были учтены при проектировании. Это тоже было одним из таких, как бы, ключевых аспектов, который, сподвигнул проектировщиков отклониться вынужденно от таких типовых решений по Московской области. Все это будет вписано и в сложившуюся уже застройку. Все работы будут завершены до конца текущего года. И уже в первом квартале 2025-го школа откроет свои двери для учащихся. Инга Инчук, Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.